Здравствуйте, я Александр Лёнин. Сейчас нарисую второй пейзаж на сегодняшний день. Обычно я добавляю много оттенков. Оттенков. Очень яркое солнце сейчас. Обычно дождливо.
рисую, не замечают. Они бы в Испании могли слышать эту музыку, которую я рисую. Смотрите, как много оттенков. Как много оттенков здесь и атмосферности. Сюда добавлю еще оттенок вот такой. Еще я хочу добавить сюда. Вот сюда. Красиво получается. Здесь добавлю еще вот таких оттенков. Теперь я так вытру руки и смотрите, какой атмосферный пейзаж, и как много в нем оттенков получилось. Такие, какие мягкие цвета, какие мягкие оттенки, сочетание какое. Какой красивый пейзаж получился. Жаль, что никто больше не хочет это увидеть. Здесь, вот я сейчас рисую, это вживую так хорошо смотрится, намного лучше, чем на видео и на фотографиях. Пытался звать кого-нибудь, но думаю, интересно здесь. Все оттенки есть.
картину эту рисуешь. Если еще будет, потому что не тот будет. Прикольно. Удачи тебе. Спасибо. Вот это первый человек, который ушел за все это лето. Или катался. Хотя если бы он видел, видел не пейзажи, а спасибо. Это очень красивые оттенки. Что голова кружится сейчас? Да, тут солнце сильно. Сейчас сижу, рисую, склонившись вот так, и солнце еще сильно яркое. Я, Александр Алёнин, завершил второй пейзаж за сегодня.
Вот, смотрите. Бычки всякие валяются. То есть вот там люди стоят. Далеко, видите, вот вокруг. Ну вот люди стоят там вдалеке, да, но никому не интересны вот эти пейзажи, которые я рисую.